когда был в том возрасте, в котором Маша Иванова сейчас была практически, он был тоже студентом Московской консерватории. И посвятил он это произведение своему другу и учителю Александру Зелоте. Как вы знаете, даже наши именитые слушатели знают о том, что Рахманинов был гениальнейшим пианистом. Он был композитором, был и дирижером. И вот вопрос, кто же в этой музыке, которую вы услышите сейчас, главенствует? Рояль или симфонический оркестр? А может быть, мы попросим ответить на этот вопрос нашего следующего солиста? Сегодня за роялем будет играть музыкант, который вам, думаю, хорошо известен. Это Даниил Богданов, ученик Центральной музыкальной школы нашего города, который тоже неоднократно уже играл симфоническим оркестром Самарской филармонии. Очень талантливый юный музыкант, ученик Марины Ивановны Богдановой. Вот у них настолько одинаковая тяга к музыке, одинаковое восприятие ее, что встретились два однофамильца. Это не родственники, а просто люди с одинаковой фамилией. Итак, я приглашаю на сцену Даниила Богданова, лауреата огромного количества международных конкурсов. Yeah.